Здравствуйте. Предлагаем вашему вниманию видеообзор фотоаппарата Casio F770. Новинка относится к классу компактных фотокамер. На компактности аппарата можно судить его весьма скромным размером. На передней панели располагается объектив, вспышка, лампочка подсветки автофокуса и отверстие микрофона. Большую часть тыльной стороны устройства занимает дисплей с диагональю 2,8 дюйма, на котором очень удобно просматривать отснятый материал. Экран имеет яркие насыщенные цвета и почти не блестит на солнце. Элемент управления находится справа и сверху от дисплея. Верхние кнопки практически не выступают на поверхности корпуса, что создает определенные трудности при нажатии. Справа расположены клавиши меню, вертикальные клавиши качели зума, кнопка, отвечающая за режим Blackshot, кнопка записи видео и многофункциональный джойстик, который расположен слишком близко к экрану, что создает небольшие трудности при нажатии на его левую часть. На верхнем торце расположена кнопка спуска затвора и кнопка питания. На нижнем – динамик, гнездо для штатива, помещенный отсек для карт памяти и аккумулятора, а также интерфейсный разъем для док-станции. Левый бок устройства свободен от каких-либо элементов. На правом находится только крепление для шнурка. Для регулировки параметров дисплея, а также для вывода основного меню на корпусе фотоаппарата присутствует кнопка дисплей, располагающаяся над экраном. Основное меню аппарата представлено в виде трех закладок – запись, качество и настройки. Найти нужные параметры не составит труда даже человеку, впервые работающему с данным фотоаппаратом. Casio F770 поддерживает следующие основные режимы съемки – портрет, пейзаж, спорт, ночной и прочие. Также представлены такие необычные режимы, как текст, брызги воды, осенние листья, цветы и множество других. При недостаточном освещении можно воспользоваться встроенной вспышкой аппарата, эффективная дальность действия которой составляет 4 метра. Casio F770 отлично справляется со своими функциями. Данный аппарат на фоне конкурентов выделяется малыми размерами и хорошим для ультракомпактных фотокамер качеством съемки.